Мужики, всем привет! Ну чё, как вам новенькая резина, ёк-макарёк, Made in China. Как говорится, муха не сидела. Пожалуйста, перегруз после... Ну, они на мотоблоке еще работали у меня, и с годик где-то, какой там годик, да, ну, почти с годик на нем. Бабах! Но это еще не все. Бабах было на другом колесе. Но это было первое. Вот здесь бабахнуло. Вот туда доехало. И все. Пришлось мешки разгружать. Вот. А потом метров через 10 бабахнуло второе. Пришлось балку раздербанить. Вот. А я ее, наверное, поставлю сюда. Вместо этой. Ну, это попозже. И как... Какая чудесная резина китайская, мужики. Еще не стояла нигде, не работала. Пупырки. Просто шикардос. Но вот всего 1,5 атмосферы дунул. Хотя должно быть максимум здесь. Я не помню. Дужку держать запросто. Вот. Вот здесь по бокам такие же трещины. Вот такие трещины. Плюс здесь уже вот она вся. То ли она пластиковая, то ли, я не знаю, резина. Тут то же самое. Вот. Вот они, трещины. Короче, поеду, куплю еще. Есть такая же 4.20/8, только русская. Ее еще попробую поставить. Ну, в принципе, как луазовская, да? Made in Russia. Ходят. Вот, как-то так.